選手より皆様にご挨拶がございます。こんばんは。Я сегодня специально посвящаю выступление боя в Волке, потому что у меня завтра состоится прощальный бой «Уход из спорта». Я хочу просто убедиться, я знаю, что очень талантливый спортсмен господин Волки, очень известный, но хочу проверить, насколько у него физическое состояние сегодня хорошее, или он слаб, или он сильный, хочу видеть все его глаза. Я постараюсь завтра показать именно то искусство боевой самбо, которое я показывал все эти годы. Поэтому добро пожаловать, Афунаки-сан, я тебя жду завтра на ринге. Спасибо. リンク上で自分のコンバットサンボのワードを見せたいと思います。そして船木選手に一言、明日リンクの上で待っています。ありがとうございます。明日12月16日、リンクス横浜文化体育館大会にてボルクハン引退試合としてボルクハン体育村木正勝の試合が行われます。両選手への温かい熱いご声援どうぞよろしくお願い申し上げます。